Мы хотим еще одну такую пока малоизвестную страницу истории, которая происходила здесь, на Камчатке. Это освобождение будущего вице-адмирала Головнина Петром Ивановичем Рекордом из японского плена. Это было 1811-1813 года. История тесно связана с Камчаткой, потому что после этой истории одним из самых первых, наиболее эффективных руководителей Камчатки стал именно герой этой истории Петр Иванович Рекорд. Здесь есть горы под названием вершина России, это хребет российско-японской дружбы. Есть три вершины: гора Головнина, гора Рекорда и скала Кахея-Такота, японского участника этой истории, которая в большой степени способствовала тому, что впервые этот пленник вернулся из японского плена. Им был Головнин и шесть его товарищей.